Привет, друзья! Сегодня я распаковываю посылочку у торговой марки Бонтретти. Постараюсь снять как-нибудь так, без монтажа, по-быренькому. Я даже не представляю, как я буду это все дело публиковать на YouTube, потому что на ютубчик у меня пока ничего не грузится. Обещают, что будет, обещают раздуплить ютубчик. Но сегодня, на сегодняшний момент, пока все очень не работает. У меня, по крайней мере. Поэтому, кто его знает, кто его знает. Итак, сейчас мы с вами по-быренькому. Посылочка пришла быстро? Нет, не быстро. Она шла с официального сайта Бонтретти до таможни российской. Она дошла очень быстро. А потом, после таможни, она путешествовала очень долго. Так что, если что, знаете, где найти это все на наших маркетплейсах. Вот такая коробочка-посылочка. Я заказывала все сама. Сама. Так, давайте посмотрим, что в этом пакетике. Посмотрим. Вспомнила. Это я у них попросила. Нынче я все у них попросила. То, что мне надо. И они прям удивительно согласились. И это такая штукенция, которая топ, которая вроде бы как не должна портить хром. Ну, вы знаете, да, хром, когда перекрываем там всякие хромированные красочки, они сразу становятся прям очень сильно уже не такие красивые, как изначально. Поэтому нужно перекрывать каким-то особенным топом. У них есть этот особенный топ. Сейчас мы его затестим. Получится, не получится, не знаю. Так отодвину пока это все. Здесь написано Chrome Mirror Top Coat. Какой замечательный у меня. Ой, прозрачная кистонька. Чем-то интересным таким пованивает. Не приторно-противным, но каким-то вот таким. Так, сейчас посмотрим, что у нас за топчик. Дальше я вот такую втирочку у них выпросила, потому что это очень красивая втирочка. Может, у меня такая есть, не знаю. Кисточкой. Так, посмотрим. Китайчики всегда столько насыпают, что кот наплакал. Ну, надеюсь, в этот раз. Ну, типа того, ладно. Этого хрома много не надо. Часто мы его не используем, поэтому нормально. Сейчас я попробую. Это у меня топ на ногтях. Он уже холодненький. Но все равно вроде как втерся. Будем сейчас пробовать. Холодненький. Так. Ну вот, видно. Там, смотрите, это что, не оттирается уже. Ладно. Дальше что у нас здесь в пакетике? В пакетике у нас баночка запакована. Здесь у нас что-то написано, спаркле серебряное. Смотрите, оно прямо это на глазах разбирается. Что такое? Видите, как сделано? Короче, это донышко вывалилось. Ладно, пусть оно лежит рядом. Не буду я его никуда пристраивать. Тут все, как всегда, упаковано. Так, не будем в дырочки заглядывать. Я открою для вас полностью. Боже, какая она красивая. Светоотражающая. Ну-ка. Просто она фантастически красивая. Даже не в объектив, а вот просто глазами. Она просто неземной красоты. Это светоотражающая серебряная красочка, которую можно рисовать. Как я хотела такую красочку. У меня как-то клиентка попросила линии, которые будут светиться. Я их рисовала гель-лаком светоотражающим. А гель-лак, он же объем дает.
Вот, поэтому это была очень плохая идея. А вот такая красочка просто замечательно. Номер у нее просто написано супер сильвер, супер сильвер, если что. А, вот это вот лот. Вот он, лот. Ой, мозги мои, мозги. Это светоотражающие красочки. Серебряная, розовое золото и золотая. Вот, это лот. Можно взять по отдельности, но я взяла лотом. Так, серебряную мы открыли. Я очень люблю розовое золото. У китайчиков розовое золото и серебро получаются. А вот серебро, ой, золото, золото у них не получается. Золото мне не нравится у них совсем. Вот такая вот баночка здесь розовое золото. Написано. Мне кажется, я слишком крупным планом взяла, да? Не тяжело вам смотреть таким крупным планом? Хочется же показать все близенько. Боже мой, какая красота. Вы только на это посмотрите. Здесь еще на крышечке сколько много остается. Все в баночку. Ну, конечно, это и так расход будет минимальный, но прям очень сильно жалко. Розовое золото очень красивое. Я вот подумала, может, мы с вами в отдельном видео протестируем все это, потому что фиг его знает, какое будет видео длиной, как я его буду стремительно или не стремительно, старательно загружать на ютубчик. Это будет что-то с чем-то. Вот так без вспышки, а вот так со вспышкой. И если выключить, вот так вот будет просто неземная красотища. Так, золотом, ну, сейчас я, наверное, с золотом немножечко расстроюсь, разочаруюсь, потому что золото у них не очень получается. Нет, смотрите-ка, в этот раз золото у них очень красиво получилось. Я прям довольная, да, смотрите. Ну, на видео немножечко оно желтее выглядит, оно и так желтоватое, но у них бывает прям сильно хуже, когда оно прям аж зеленое. Здесь оно прям таки нормальненькое, красивенькое. Ну, все равно с желтоватым таким. Ну, основа получается у нее желтая витражная основа и серебряные светоотражающие блесточки. Поэтому у нас вот такой получается эффект. Так, что можно делать с этими красочками? Можно подрисовывать, рисовать тонкие линии. Можно попробовать френчик нарисовать, но желательно на стабильные ноготочки, не на базу, которая мягкая, а на что-нибудь более жесткое. На гель, например, ну, если кто-то захочет, надо пробовать. Я первый раз в руках держу, поэтому я точно даже и не знаю, как это будет в носке и в работе. Но красиво то, что я могу сказать. Еще один у нас вот такой пакетик. Так, здесь у нас 3D краска. Номер три. У них там их много. Ну, я посчитала, что эта вещь будет не сильно ходовая и востребованная в наших кабинетиках. Вот так вот она называется, поэтому не обязательно набирать целую кучу. Я взяла одну, чтобы чутка попробовать. Так, а здесь-то перфорации ее нету никакой. Вот так вот придется делать. Это объемная красочка. Этот у нас номер А03. Ну, там, как всегда, у них есть серии, номерочки. Чтобы делать, знаете, вот такие типа мазочки, как штукатурочка. Мне прям хочется... О, видали? Ну, красивая. Вот такая вот.
Ой, я даже не знаю, как вот это все показывать. Если честно, вот нет вдохновения. Не потому, что там какие-то проблемы на Ютубе, что-то выключили, какую-то монетизацию, кошельки выключили. Нет, просто я не знаю, как это грузить на Ютуб. Как это загружать на Ютуб. И от этого настроение портится. Это такая вот красочка, вы берете, знаете, такие просто мазочки на ногти. Оп, как сейчас все любят такие, опа, небрежные мазочки. И все, и отпускаете. Можно сделать, еще добавить паутинку черную. Вот. И будет очень все красиво. Ну, так-то красиво. Надо придумывать дизайн. Я же, понимаете, что я сейчас ничего не придумала. Просто показываю. Так, опа, опа, вот так вот. Намазюкали. Этой краской не нужно полностью все ногти перекрывать, а вот делаете какие-то вот такие подмалевочки. Поэтому я говорю, что достаточно будет одной какой-нибудь. Можно в виде даже по объемнее где-то потолще нанести, если не жалко, вот так вот. Не далее как. Ну, смысл понятен, да? Какие-то надписи, стемпинг, или просто вот так вот оставить, вот так вот. Вот так, оп, оп. И все, красотища. Еще фокус куда-то пропадал. Вот так вот. Вот это будет выглядеть. Можно взять тонкую линию, можно взять тонкую кисть и еще немножечко что-нибудь. Вот так вот тонкой кистью можно провести. Ладно, надо придумать, потому что мне сейчас, вот если честно, в голове только одно. Как я на ютубчик это запульну? Даже не знаю, как это сделать. Сейчас попробуем серебряную. Нет, ну мне она нужна для рисовашек. Я не знаю, кому как, а мне для рисовашек. Вот. Она очень плотная, прям плотная-плотная. Ну, в основе здесь все равно серебряные блестки и основа витражная какая-то вот цветная. И получается у нас вот такая вот красивая. Не знаю, можно ли без объема нарисовать что-нибудь, какие-то тонкие линии. Наверное, можно. Фу, даже видно, наверное, по моему не очень веселому настроению, что я вот снимаю, а даже не представляю, как все дальше у нас будет с вами происходить. Я, конечно, на другие площадки опубликую этот видосик, но китайчикам-то нужен ютубчик. Когда мы с китайчиками делали заказ, я выключу. Когда мы с китайчиками делали заказ, то еще про ютубчик никто ничего не знал и не думал. Поэтому спрашиваете меня, зачем я сделала заказ, если знал, что ютубчик работать не будет. А вот тогда еще все было замечательно. Вот так вот. И что ж, давайте мы попробуем, посмотрим. Как у нас будет втирочка выглядеть на белом и на черном цвете? Я протираю. Когда открываешь эту баночку, кажется, что здесь вообще ничего нет. Но я хорошенечко, давайте, обезжирю. Так вот, хорошенечко. Хорошенечко наносится втирка на какой-нибудь топ просушенный. Но хочу сказать, что втирка, конечно, она красивая. Ну, она прям не сильно мелкая, бывает мельче. Пальцем всегда лучше. Вот так вот выглядит на белом. Тирочка очень красивая. Если вы сделаете градиент из разных цветов гель-лака, будет очень круто. Посмотрите, какая красотища. Так, может, еще что-нибудь подсветочку включим. Вот, пальцем втирается намного лучше. Вот так вот выглядит эта втирочка. И такое чувство, что она... Прям такие блесточки тут, не только пигмент
как-то красиво так блестит она. Вот. Можно на разные цвета гель-лака, синий, зеленый, всегда будет все по-разному. Есть у меня вот такая штучка от Born Pretty, это лайнер серебряный, именно вот такой, который металлизированный. Мы сейчас с вами посмотрим, я сейчас нанесу что-нибудь, нарисуем. Для проверки его нужно наносить очень тоненько, потому что плотный он по цвету и может не высохнуть, если вы его нарисуете хоть в малейшем объемчике. Поэтому старайтесь рисовать очень тоненько. Прям вот лучше, как я вот во второй линии нарисовала. Так, что еще? Сейчас вот нарисуем что-нибудь. Ну, я рисую потолще, знаете, пошире, даже не потолще, а пошире, чтобы нам было видно, не потеряет ли оно свое первоначальное сверкание. Вот когда вы наносите, оно сразу превращается в такую красивую, прямо ртуть, настоящая ртуть. Так, давайте в лампу. Еще здесь нарисую. Что? А кто нам помешает, да? Я сейчас еще. У меня поменяли стол. Я понимаю, что у меня трясется лампа после этого. Так. Ой, какая же это красотища. Сейчас посмотрим. Ну что, попробуем перекрыть? Вот пока вот вопрос, можно ли не перекрывать? У него нет липкого слоя, можно не перекрывать, но тут сверху пигмент, он отмоется после того, как вы руки помоете. Сходите помыть руки, и все сойдет. Так, барабанная дробь, наносим. Короче, все равно он не, все равно поблек. Но я для этого его брала, чтобы он прямо-таки был, может, для втирок больше подходит. Нет, ну видно, конечно, что серебряный, но уже не то пальто. Согласитесь. Мне такое чувство, что даже если водой наносить, все равно оно будет так вот. Ну вот смотрите, вот сейчас наполовинку нанесу. Ладно. Таких у меня куча топов, которыми я точно так же могу перекрыть. Я думала, оно совсем никак не меняется. Оно, видали, все равно меняется. Написано для хрома. Обманули? Обманули, бегорили. Ладно. Будем использовать для чего? Для слайдера. Всегда пригодится. Но, конечно же, может, это не для этого. Ладно. Что у нас с липкостью? Кстати, нет остаточной липкости.
А может теперь на него втирочку еще нанести, представляете? Может, они имели в виду, что на него втирку наносишь, а не перекрываешь. Что они имели в виду? Вот видите, как с китайчиками общаться? Не поймешь, то ли это топ для перекрытия хрома, то ли это топ для того, чтобы этот хром втирать. Очень-очень непонятно. Но он без остаточной липкости, конечно же, может быть. Ну, красиво, конечно, это красивая такая тирка. Давайте еще сюда нанесу. Еще раз повторно. Видите, когда... О, это совсем уже другой жук. Майский жук. Получается, да? Красота. Нет, ну это вообще на черном, посмотрите. Ой, огнище, красотище. Так, давайте перекрою. Еще раз перекрою этим же топчиком. Не, ну это красота, конечно. Тогда я буду наносить на него втирку. Раз... Ничего не это. Вообще у меня была другая задумка, что я его им буду перекрывать всякие такие красочки. Ну, значит, нет, значит, будем для втирки использовать. Ну красиво же. Друзья мои, пожалуйста, поддержите меня лайком и комментарием, потому что это, правда, очень непросто, когда ты понимаешь, что как же это на... Сейчас кто-то насоветует всякие способы. Все мои способы не работают. Я уже все перепробовала. То, что вы из трех букв напишите, скажете по мобильной сети, тоже все это испытано, перепробовано, так что можете про это мне не рассказывать. Ладно, в лампу. Ну что, втирочки, конечно, тут просто очень-очень мало. Будем бережно и экономно ее использовать. У меня, кстати, есть похожие, просто в других баночках. Вот такой у меня был для вас сегодня небольшой, очень быстренький обзорчик. Без эмоций, без каких-то потрясений. Потому что что? Потому что маловато будет. Маловато. Шутка, конечно. Вот такие получились жуки майские. На красном, наверное, на синем все это будет по-другому. Можно экспериментировать, пробовать. Вот эта штука не очень пригодилась, но все получилось. Очень красиво, согласитесь, вот этот на черном просто бомба-пушка-ракета, красота, ой, какая красота. Оставлю, если мне удастся, если вы смотрите на ютубчике, значит, мне удалось его туда, этот ролик, загрузить, ссылку вы найдете в описании на официальный Бурнпрети, если что, на маркетплейсах тоже найдете, если не найдете, стучите ко мне в тележку, потому что мы там делимся всякими ссылками, находим все, что невозможно найти, а мы увидимся с вами очень-очень скоро, с вами была Светлана Соколова, пока-пока! Thank you.